Всем привет, меня зовут Александр Капралов, и сегодня я хочу рассказать, чем я занимаюсь помимо своей тренерской деятельности в спортивном зале, то бишь веду персональные тренировки и также тренировки в формате онлайн. Дело в том, что с 2018 года я активно занимаюсь моушн-дизайном, развиваюсь в сфере видеомейкинга, и сегодня я хочу поговорить, вообще сегодняшний ролик будет посвящен тому, какие сейчас открылись посткарантинные возможности, развиваясь в которых вы получите первые свои хорошие результаты буквально там через 3-6 месяцев. Поехали! Итак, первая сфера, о которой мы поговорим, это сфера видеомейкинга. Так как 2020 год перенасыщен вообще, в принципе, рекламой и наличием визуального контента в интернете, в данное время очень сильно ценится идея. Идея – это то, что вызывает эмоции у зрителя, то, что вызывает сочувствие и переживание. И это именно то, за что компания будет платить. Поэтому немножко креатива, творчества, технических навыков, и вы будете очень сильно востребованы. Так, двигаемся дальше. Вторая составляющая – это визуальный контент. Так как в наше время все компании ушли в онлайн, всем важно иметь свое какое-то лицо, свое представление бренда в соцсетях, поэтому что сейчас будет востребовано? Ведение соцсетей, графическое наполнение, какие-то YouTube-каналы, любые мини-видео там в сторис в Instagram и все, и многое другое. Все это сейчас очень сильно востребовано и пользуется огромным спросом, поэтому здесь вас выделять будут только ваши технические навыки и креативный подход. Третий пункт – это сфера обучения. Так как сейчас все просто ушло в онлайн, то есть что сейчас у нас есть? Сфера видео в формате онлайн, то есть видеокурсы, курсы по графике, курсы по продвижению, есть даже онлайн-курсы по выпечке хлеба, курсы по созданию онлайн-школ. Все это продается и покупается, потому что люди ищут новые пути своего развития. Поэтому если вы специалист какой-либо из областей, то создавайте свою онлайн-школу, развивайтесь в сфере интернет, и будет вам счастье. Я не стал специально шустрить по интернету, пытаясь найти профессии, в которых вообще ничего не знаю. Я вам специально выдал варианты, в которых более-менее разбираюсь и которые использую. Используя вот эти все моменты, используя все вот эти пункты, сфера видеомейкинга, создание визуального контента для компаний, а также сфера обучения, вы полностью себя сможете обеспечить через 3-6 месяцев. В чем плюс вообще творческой работы и почему я топлю именно за эти пункты? Во-первых, творческая работа никогда не бывает одинаковой и однообразной. У вас всегда будет разная работа. Это очень важный момент, и я думаю, меня сейчас поймут люди, которые работают в офисе, делая одинаковые действия ежедневно. Второй момент. Делая хорошо, у вас постоянно будет поток заказов, поток работы. То есть в самые худшие времена вы не останетесь без работы. Соответственно, в следующий какой-то карантин или кризис вы будете более подготовлены. Ну и в заключение хочу сказать, что самым лучшим вложением всегда было вложение в себя, в свое развитие, в свое образование. Но что касается образования, в наше время не нужно учиться по 5-8 лет, чтобы идти на потом какую-то наемную работу, а потом опять в кризис сидеть, сложа руки. В наше время огромное количество курсов, огромное количество другого вообще онлайн-образования, благодаря которому вы получите новую профессию буквально там через год. Ну, то есть за год вы можете стать специалистом в новой для себя области совершенно вообще другого формата. Совмещайте свою работу, которая у вас сейчас есть, с чем-то для вас новым. И через год вы скажете сами себе спасибо, а также, возможно, спасибо этому ролику. Благодарю вас за внимание. С вами был Александр Капралов. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч. Также в комментариях можете написать, о какой тематике вы бы хотели следующий видеоролик. Всем спасибо, до новых встреч!